Привет всем любителям рыбалки. Мне улыбнулась удача, и в одной из норвежских поездок мне удалось поймать рыбу своей мечты. Вопрос даже не в размере, у меня и крупнее были экземпляры, но это настолько редкая рыба и настолько это значимый трофей, что да, это рыба моей мечты. Значит, немножко о том, на что поймал и где. Значит, сработал вот такой норвежский пилкер. Они, кстати, очень хорошие, мягко подвержены, мало подвержены коррозии. Значит, Solf Kroken моделька. В данном случае вес стоял 750 граммов, глубина ловли была 85 метров. В окрестностях приличные стаи сайды, которые мы, в общем-то, ловили. При сносе нас снесло от стай, практически кончились поклевки, и тут же произошел этот счастливый момент, когда я поймал этого товарища. Он еще страшнее зубатки. Вот. Но чем страшнее, наверное, тем вкуснее, я надеюсь, по крайней мере. Потому что зубатка очень вкусная. Что-то тут зацепилось такое злое. Мы как будто бы... Я подумал, что лодка зацепилась, как бы, потому что она как просто колом стоит, и все. Но все-таки этот периодически так это дает вибрации. Не похоже, что это... Он вообще не разматывает. Блин, повыкачиваем, но я боюсь, что это еще не быстро. 57, блин, я такого еще не было. Ну блин, не, ну может быть она на электрокатушке, она так слабо идет. Ну, блин. Не, ну могу как бы, но я зачем? Чтоб я совсем сдох. Блин, а если это палтус? А, слушай, Миша, а приготовь веревку на всякий. А ты резать хочешь? А ну, ладно, пока не надо, давай дождемся, что там вообще. Что-то я тут парни такое тащу злое. Никогда такого не тащу. Уже, наверное, минут 5-7. Метров. Вот резка так долго я, ну, конечно, может быть. Уже просто катушка только слабо. Потому что мне кажется, палтус должен биться и уходить. 25. Уходит. Да, нет. Пойдем, пошел вверх. Надо-то? Ну вроде бы. 20 метров. Упал бы. Миша, спроси этого попараться, если палтус, куда его бить крюком? В такое место. Ребят, если у нас палтус, он вдруг спрашивает, куда его бить крюком, в какое место? Тринадцать метров. Да, жалко его бить. Что? Жалко бить? Да. Ты спроси, как вытаскивать здесь? Он тянется, притянется, ты не сматывает. Не особо сильно, очень тяжело бревном играть. Никогда не так. Ну полтусенок может быть. Показался. Он риска что ли? Метров 5. Палтус. По-моему, да. Че бить? Куда забьем, туда и забьем, подгазываем. Ну блин, знаешь, как биться, ну, может сойти, понимаешь? У тебя руку, у тебя скорее всего вырвет, возьми большой. Конечно. Или нет, или трещина охренительная.
Нет, фалтус. Да. Оленя, трещина, трещина. Нет, или что это вообще? Акула. А что это вообще такое? Может, это кусок дна? Это вообще не бьет. Да. Что он как рыба не ощущает? Рыба черт. Офигеть! Здоровенный! Нет, это рыба черт! Офигительных размеров! Просто офигенный! Я его беру в рот, засовываю. Да, засовывай за рот и вытаскивай. Все, у тебя достаточно. Да, 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 вижу. У нас охрененный рыба черт. Вижу тебя, правда. Ты сам не вывалишь, руку в него не суй. Вот это. Вот это да. Смотри, брыкнется. Я тебя не вижу в экране. Ничего страшного. Вот это. Вот это вещь. На пилке. На пилке. Дайте ему впасть. Смотрите, что там у него. Вот такую рыбку я поймал сегодня. Сегодня мой день. День Бекхэма. Так что вот. Спасибо всем. Думал, что тащу бетонную плиту. Такое было чувство. И тащил я минут, наверное, 10. Он не с шеи верится, не упирается. Просто его просто не поднять. Не знаю почему, но вибрации нет. Может быть, вот такая техника плавания у него, что он таким образом. Потому что если бы он просто висел, но вес получился 13600. Вот, больше 80, ну или где-то 80 сантиметров примерно. Вот, то есть непонятно, за счет чего он так тяжело шел. И не, ну, такая, видимо, рыба. Вот, и появилась тут же у коллег версия, что он, наверное, рот так сильно открывал. И это порушило каким-то образом. Фух. Палка очень понравилась. Просто от души. На этом все. Не забывайте подписываться. До свидания, до новых встреч. Всем пока.